Сейчас коротко о главных событиях. Глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о возможном расширении стимулирующих программ. Standard & Poor's повысила суверенный рейтинг Нидерландов до максимального уровня. Джон Уильямс назвал весьма вероятным повышение процентной ставки в декабре. Ну а теперь подробности. Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил о возможном расширении стимулирующих программ, пишет агентство Bloomberg. Если мы поймем, что существующих мер в рамках нашей кредитно-денежной политики недостаточно для достижения нашей цели, мы сделаем все возможное для повышения инфляции в кратчайшие сроки, сказал Драги. После этих слов уверенность инвесторов в предстоящей корректировке политики Европейского центробанка выросла. У нас почти не должно быть сомнений в том, что Европейский центробанк вновь попытается скорректировать денежно-кредитную политику. Например, за счет продления сроков и расширения объемов QE. Также не исключена возможность еще одного снижения ставки по депозитам, заявил эксперт Джереми Стрэч. Согласно окончательным официальным данным, потребительские цены в еврозоне выросли в октябре на 0,1% при целевом уровне годовой инфляции в 2%. Агентство Standard & Poor's повысило суверенный рейтинг Нидерландов до максимального уровня AAA. В пресс-релизе агентства говорится, восстановление экономики Нидерландов и перспективы будущего роста оказались сильнее, чем мы предполагали ранее. Теперь три государства в еврозоне имеют наивысший рейтинг агентства Standard & Poor's. Это Германия, Люксембург и Нидерланды. Снижение рейтинга Нидерландов произошло в 2013 году. Оно было связано с появлением рисков падения темпов роста экономики страны. Однако уже в 2014 начался процесс восстановления экономики. По итогам нынешнего года ожидается рост ВВП Нидерландов на 2%, а в будущем году на 2,4%. Обратите внимание, завтра в 10 утра по московскому времени ожидается публикация квартальных данных по ВВП Германии, а вслед за этим в 12:00 публикация индекса делового климата Германии. Обновленная статистика способна повлиять на позиции евро и открыть возможность заработка на его движении. Не пропускайте важные события, открывайте сделки и зарабатывайте на новостях. Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Maxi Markets TV. Зарабатывай на новостях. Продолжаем выпуск. Выступая перед журналистами на конференции в Калифорнийском университете, президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс назвал весьма вероятным повышение процентной ставки Федрезервом в декабре. В целом данные обнадеживают, особенно на рынке труда, цитирует Reuters его слова. Уильямс отметил, что учитывая растущие экономические показатели и растущую уверенность в достижении целевых 2% инфляции, есть веские признаки того, что ставка может быть повышена. Tesla Motors отзывает 90 тысяч автомобилей Model S из-за неисправности ремня безопасности, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на разосланные клиентам сообщения компании. Одна из клиенток Tesla в ноябре обратилась в компанию по поводу неисправности ремня безопасности на переднем пассажирском сидении. В сообщении компании говорится, автомобили не попадали в аварии, данных о полученных в результате неисправности травм нет. Тем не менее, в случае аварии ремень безопасности в этом состоянии не будет обеспечивать полную защиту. В первую очередь, мы заботимся о вашей безопасности. После выявления указанной неисправности компания обследовала 3000 транспортных средств, в которых такие проблемы не были обнаружены. Однако на новостях об отзыве автомобилей акции Tesla упали почти на 5%. Цены на морские перевозки упали до рекордных минимумов на фоне замедления темпов роста мировой экономики и в особенности китайской экономики, сообщает Market Watch. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, который по всему миру отслеживает цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов, в четверг на прошлой неделе опустился до минимальной с 1985 года отметки в 504 пункта. Аналитик JP Morgan Noah Parkett отметил, что главным негативным фактором для рынка стало снижение спроса на железную руду и уголь в Китае. В прошлом году значение индекса Baltic Dry снизилось примерно на 66% после роста более чем в 3 раза в 2013 году. Подпишитесь на канал Maxi Markets TV.